Всем привет и добро пожаловать на канал Garnage Life. Меня зовут Игорь, и я увлекаюсь разработками водородных генераторов. Куда я пропал на несколько месяцев? Да все просто. Банально работа, банально семья, банально ремонт и еще немножко внес свою лепту коронавирус. Пришлось переболеть и не заниматься практически ничем, кроме как своим здоровьем. Сейчас я в строю, и сегодня видео наше будет весьма интересным, потому что с вами мы сегодня будем собирать, я бы сказал, царь водородных генераторов электролизеров. Если вы смотрели предыдущее видео с генераторами 3.0 или 3.1, где-то, наверное, здесь ссылочка появится, с генераторами этой версии, то мы получали около 2 литров газа в минуту. И, конечно, это немного, но относительно чего-то. Это все-таки довольно хороший результат. И задача была взять опыт, который я провел в прошлом году, в 2022, с генератором 4.1. Он позволяет излучать разные рода волны в процесс электролиза, в симбиозе с электролизом, и посмотреть, будет ли увеличение газа. Где-то здесь, наверное, ссылочка появится на этот эксперимент. Так вот, там показала практика, микроволновое излучение увеличивает выход газа. Я, взяв за основу свой старый эксперимент, решил подойти к новому радикальному подходу. И взял генератор версии 3.1 или 3.0, увеличил его до 3.2. И сейчас с вами будем собирать генератор 3.2 с сумасшедшей площадью. Потому что в этом генераторе мы использовали всего лишь 10 пластин, а тут мы будем использовать 100 пластин. Кстати, нержавейка — дорогое удовольствие, затратное. Я вам сейчас скажу, сколько весит одна такая пластинка. И тогда с вами мы сможем понять, сколько будет весить наш генератор. Одна пластина весит 374 грамма. Это значит, порядком 40 килограмм будет весить нержа на весь генератор. Потому что боковинки у него будут с ручками. Они сделаны из трешки, в отличие от пластинок. То есть это где-то еще прибавит килограммов несколько. То есть около нержавейки, около 40 килограмм. Плюс резина ТМщика, или тыщи, короче, в общем, вы поняли, устойчивая к щелочи. Ее я взял огромное количество, чтобы вырезать прокладки. Будет дико тяжело. Я, наверное, буду это делать несколько дней. В общем, наша задача — собрать, сделать так, чтобы можно было излучать сюда микроволновое излучение. Проведем эксперимент уже, наверное, в следующем видео. И увидим, есть ли результат от воздействия микроволновкой. Точнее, магнетроном, прошу прощения. Если результат будет как в прошлом моем эксперименте 4.1, видео, наверное, опять ссылочку дам, если вдруг не смотрели, посмотрите. Если результат будет положительный, то мы получим сумасшедшее количество газа. Ну, это исходя из моего предыдущего опыта и исходя из теории. В общем, начинаем собирать. Погнали! We'll be right back.
это только половина. Ну что, друзья, собрали мы новую версию генератора по сравнению с версией генератора 3.1. Это прям вообще динозавр. Это выдавало 2 литра газа, а это мы посмотрим. У нее предусмотрено отверстие для того, чтобы можно было подавать излучение волн прямо в центр. Значит, в следующем видео мы эту штуку протестируем, посмотрим, сколько она газа выдает. Вот. Захотите поддержать проект, снизу будет почта, пишите. И... спасибо вам за просмотр, спасибо за то, что подписываетесь и верите в меня. В общем, спасибо за все. Пока-пока. Блин, забыл сказать, как геморройно нарезать прокладки. Реально, 2 дня отсюда не выходил, руки болят. Чтобы нарезать эти 100 прокладок, потому что здесь 100 пластин. Забыл про это сказать.